Ребятки, всем привет! Вы, как всегда, на моем канале. И сегодня мы в такой вот домашней обстановке будем готовить блины. Блины будут называться на глаз. Почему на глаз? Потому что рецепта для таких блинов у меня не существует. Я все делаю, как говорится, на глаз, на вкус, на вид. Погнали смотреть! И не забывайте ставить лайки и комментировать этот ролик. Пишите в комментариях, как вы готовите блины. Было бы интересно. И, может быть, я попробую и ваш рецепт. Так что, теперь точно погнали. В общем, что нам для этого понадобится? Нам понадобится миска, пакет молока, сахар, ванилин, соль и 5 яиц. И, конечно же, самый главный ингредиент — это борошно. Приступаем к нашей заготовке теста. Вбиваем яйца. Немного ванилина. Чтобы придать сладкий вкус. Сахар. Литр молока. Чуть-чуть соли. И, конечно же, нам понадобится мука. Самый секрет я вам покажу чуть позже, как я это все определяю. Еще нам понадобится вот такая штука. Проверяем еще раз тесто. Жидковатое, ребятки. Надо еще чуть-чуть. Вот это будет самое то. Почему я и говорю, что блины на глаз. Вот оно, тот состав именно жидкого теста, который нам нужен для блинов. Я каких-то четких правил не придерживаюсь. По граммам, по миллиграммам. Вот все, как есть, на глаз. Ну что, теперь мы приступаем к непосредственной жарке наших блинов. Даем немножко разогреться нашей сковородке, и мы приступаем. Я думаю, будет очень вкусно. Мы будем эти блины кушать с моим самым, что ни на есть, любимым вареньем. Это абрикосовое варенье с колеровки. Кому интересно, у меня есть ролик на канале, где я его готовлю. Тем временем наша сковородка нагрелась, и мы ее сейчас проверим, как она у нас. Отлично. Все, вода закипела. И мы приступаем. Буду использовать подсолнечное масло для смазки нашей сковородки. Приступаем. Смазываем нашу сковородку. Зачерпываем. Поддеваем. Уже как пахнут. Отлично. Берем вот такую вот посуду, куда мы будем
скидывать наши блиндосы. Если первый блин получился не комом, значит тесто у нас подобрано отлично. Переворачиваем. Вот так. Итак, продолжаем нашу процедуру. По краешку растечется. Сейчас будут ровненькие, аккуратненькие. Не знаю, люблю готовить на такой большой сковородке. Есть блинная, но мне на ней не нравится готовить. Не знаю почему. Немного края неровные. В принципе, ничего в этом страшного нет. Главное, чтобы они были вкусные. В общем, друзья, буду готовить блины. Это процесс, в принципе, не быстрый. Покажу вам конечный результат. Ну что, ребятки, вот и пришло время дегустировать мое изобретение, вернее, приготовление. Вот такие вот прекраснейшие блины получились. Вот мое прекраснейшее варенье, которое я готовил этим летом. Это колеровка. Абрикоски просто супер. Они как вам сказать, как мармеладки. Сейчас я вам покажу вот это все. Класс. Открыли вот уже баночку. И... как они аж хрустят. Класс. Ну а я чё? Надо же блины дегустировать. Что ж это такое? Готовить готовил, а кушать не кушаю. Так, мы вот это сейчас уберем. Вот. И вот так вот сделаем. Ну-ка. Вкусняшку. Вкусим. Аж потекло по бороде. Реально вкусно. Особенно с вареничком. Сейчас абрикоску положим. Я просто вам не могу передать, какие они вкусные. В общем, вот такие вот блины на глаз. Всем, кому понравился этот ролик, ставьте пальцы вверх или вниз. В принципе, без разницы. В общем, вы знаете, что делать. На канал подписывайтесь. С вами был Стик Барди. Всем добра, тепла и счастья. И самое главное, не болейте. В общем, я буду кушать, а вы смотрите ролик.